Так, всем привет! И тут у нас распаковка стиральной машины. Моя накрылась медным тазом, машинка старая, однако LG, уже забыл, как модель даже называется. В общем, короче, 8 лет ей было. И сейчас мы вот получили новенькую Candy. Какая-то там у нас Candy. У нее даже есть подключение по NFC, можно с телефона управлять. Посмотрим, что там как. Вот, сейчас мы ее пока будем распаковывать. Так, Антоха меня пока будет снимать, пока я буду распаковывать. На, снимай. Держи. Снимаешь? Давай. Снимай, папа. Машинку снимай. Распакуем. Посмотрим, что. Меня снимай, Тоха. Меня же не видно. Давай. Скотч что налепили? Да. Я тебя снимаю. Снимаешь меня? Да. А машинку снимаешь, как я это распаковываю? Снимаю. Не, не там, вот здесь снимай. О. Так, все. Я снимаю. Молодец. Да. Что, скотчем тут налепили? Да, налепили тут всего. Снимай, Антох, не снимаешь? Тоха. Снимаю. Снимай. Плохо снимаешь. Снимай. Снимай. Давай. Молодец, сейчас мы. Привет. Привет. Упаковка не запускаю. Что у тебя на лбу? А что у меня на лбу? Смотри, что-то орёло у тебя на лбу. Ничего у меня там нет. Так. Привезли нам ее с магазина прямиком. Я не захотел ждать со склада, которая будет идти типа в заводской упаковке. Вот. Там просто надо было ждать неделю, а тут на следующий день привезли. Так. Да, нам что? Да. Что, но... Снимаем тут. Ты снимаешь? Ока. Не снимаешь. Снимай. Я сейчас все сниму. Надо я вот это сниму. Снимай меня. Хорошо. Давай. Оператор ты сегодня. Да. Так, машинка вот открывается у нас. Хочешь, можешь позаглядывать туда камерой, посмотреть, буковки тут всякие, что там лежит у нас. Угу. А ну давай камеру общим планом снимем. Ой, камеру, машинку стиральную, вот такая вот у нас машинка. Тут функции всякие у нас там. Я сам буду снимать. Хотя, как по мне, эти все функции до одного места. Почему? Потому что как бы. Что тут? Барабан вправо-влево крутится и все. Там же не руки стирают. Сейчас снимем пленку, Антох. Так, вот у нас 7-килограммовая, кстати, 1200 оборотов. А вот у нас загрузите прямо сейчас. Так. А что, я купил? Вот у нас NFC. Ну что, я передаю новую стиральную машину. Так. Можно подключаться по NFC и уже там использовать программы, короче, это самое для стирки, там все остальное, управление с телефона, с планшета. Прикольно! Чё, классно. Эти кнопки, по-моему, кстати, сенсорные. Это меня, конечно, настораживает, потому что когда-то был телевизор сенсорный, и кнопки на нем накрылись, короче, и некогда было управлять. Но хотя тут, в принципе, по NFC управлять можно, если не сдохнут, то, конечно, не пропадем. Так, а тут у нас модель где-то указана. Сейчас посмотрим. Где-то. А, вот она. Модель у нас, как видите, Candy CS4 1272 D3. По-моему, вот эта вот моделька. Так, гарантия у нас тут 1 плюс 1 год. Да, так, и всего у нас 2 года. Так, ну что, короче, я сейчас затаскиваю ванну, да, такая? Подключаю, сейчас снимем пленку, да, полностью. Вот, и уже потом проверим, как она будет стирать у нас, как она в стирке работает, вот. Собственно, все пока. А так, в принципе, внешний вид меня устраивает. Тут еще есть, короче, о! Это сюда. Тут фильтр. Так, ну, это понятно. Нам, в принципе, не надо. Так. Закрывается плотненько.
ручечка, кстати. Она тут такая. Раз, 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 раз. Немножко от того. Так, хорошо. Отлично. Заказывал, короче, вроде Вольдорадо, да? Тоха, Вольдорадо заказывали, по-моему. Я не помню. Чего, елки-палки, только вчера в магазине уже. Короче, я выложу, где я там что заказывал, короче, в этот самый. Привезли, занесли на первый этаж. А то я боялся, думаю, что придется самому ее тащить там туда-сюда. Короче, ну ничего, привезли, затащили, все нормально. Вот. В общем, полный сервис, елки-мыталки. All inclusive. Так, короче, подключаю, проверяю, снимаю на камеру. И сделаем, короче, вердикт. То есть стирку также надо будет провести там. Но это уже, наверное, мама придет. И будет загружать стирку, проверять, как она там этот самый. Короче, работает. Вот так. Так, еще, короче, купил для машинки вот такой вот фильтр для воды, короче. От накипи, от солей, от всякой фигни, короче. Вот, посмотрим, как он себя зарекомендует. Сейчас вытащу его, покажу, какой фильтр. Вот. Я брал самый дешевый. На 400 циклов стирки. Угу. Фильтр называется «Наша вода». Фильтры для нашей воды. Ну, украинский производитель. Так. Вот так вот он, короче, выглядит. Вот эта фигня цепляется, короче, к там, где у вас подключается стиральная машинка, вода, подача воды на нее. Вот, вот это вот цепляется к вашему переходнику, а вот сюда прикручивается шланг от машинки. В общем, ничего сложного нет. Вот сейчас, короче, покажу, куда он цепляется. Ай. Так. Вот она. Вон, увидели, где машинка подключена у меня. Вот это вот пальцем. Вот сюда подключается фильтр. А вот этот шланг подключается к самому фильтру. Короче, ничего сложного. Сейчас я его по бурику тут заменю. 5 секунд, чтобы машинку поставить. Вот. Ну, сразу, конечно, не могу сказать, как оно будет работать с фильтром, потому что это время покажет только. Вот. У меня эта машинка старая. 8 лет проработала, поэтому один раз только фен менял на ней. Ну, с фильтром. С фильтром, короче, на год, наверное, хватит. Ну, зависит еще от качества воды, конечно. Может и меньше. Посмотрим. В общем, один фиг, что, блин, тен стоит, короче, $5. Что эта фигня $5 стоит? Так лучше уже вот эту фигню, короче, купить, чем тен менять. Потому что с теном менять, короче, надо лопать, я вам говорю. Так. И еще купил вот такие вот подставки под ножки, под машинку. Антивибрационные. Чтобы они, короче, этот самый. Чтобы машинка, во-первых, не ездила по всей квартире, когда отжимает на 1200 оборотов. Вот. Ну и, конечно же, она будет, подставочка, это поглощать вибрацию, и она не так будет скакать. Вот такая фиговина под ножку подставляется. И все. В принципе, довольно-таки цепкая. Короче, сейчас я это все поставлю, подключу, заменю. Вот так вот. Машинку, в общем, в принципе, работает нормально. Но тут есть такой прикол, смотри, короче, если будешь ставить этот самый. А, я покупал такой фильтр для нее. Я его, короче, снял. Он у меня течет. Нужна этот самый пакля или фум-лента, чтобы замотать. С этой стороны, короче, нормально подключается. То есть не течет ничего, все в порядке. А вот там, где, короче, к тройнику подключаю на воду. Вот, течет. Ну и, соответственно, прокладка особо не помогает, потому что она туда проваливается. Видишь, какой там этот самый дно. Вот, так что куплю паклю, короче, замотаю, и будет нормально. Вот. Что же касается машинки, то, в принципе, работает неплохо. Короче, есть NFC у нее. Этот самый можно телефоном управлять. Вот. Но, честно сказать, оно управление очень тугое. Намного быстрее сделать вот так. Здесь что-то поклацать, нажать старт и все, и поехали. Потому что, блин, получается, эту фигню надо, вот сейчас у нас смарт-точ, короче, стоит. Вот, оно постоянно должно здесь быть. И ты, короче, должен зайти в программу, выбрать программу какую-то там, короче, поднести телефон. И только тогда он уже там начинает что-то. Да елки-палки, тыш, 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 не надо. Так. Так, слив, отжим, что у нас, о, тут у нас 1000 оборотов, 1200 максимум. Вот, еще есть такой прикол, что когда, короче, машинку, это самое, перегружаешь,
Вот, она начинает выдавать ошибку 22, поэтому смотри, если у тебя выскочит E22 ошибка на экране, значит, короче, дофига веса на грузилку. Надо немного сбавить, потому что тут получается есть этот самый детектор по килограммам. Вот, фигово, я только не пойму, что-то она, короче, не высвечивает здесь, сколько килограмм белья сухого я положил, там было бы удобно, кстати. А тут упора там сама себе что-то взвесила, подумала и выдала ошибку, что типа дофига туда накинул. Туда приходится пару шмоток откидывать. Ну, вообще все, это единственный минус, пожалуй, что типа не показывает этот самый вес. Хотя, не знаю, еще не разобрался, может быть, как-то можно это дело включить или посмотреть, ну, хер его знает. Не знаю. Короче, вроде ничего, машинка тихая, сильно не прыгает, не ездит. Вот я еще подставил такие фишечки под нее, антивибрационные. Ну вот нормально, на месте стоит. Вроде не двигается. В общем, поэксплуатирую пока эту 7-килограммовую машинку. Вот, и потом еще, может, запишу видео спустя какое-то время эксплуатации, чтобы уже как бы утвердить свой обзор, рассказать все плюсы и минусы. В общем, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока! Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!